Бисмилля. Альхамдулилля. Дорогие братья и сестры, я хотел сегодня рассказать про одно из приложений компании Uber. И вот это приложение для того, чтобы заказать какую-то еду из каких-то ресторанов, из каких-то столовых. И для начала нужно просто зарегистрироваться. Как зарегистрироваться, где зарегистрироваться, это я вам могу подсказать. Просто зайдите по ссылке, которая будет внизу ссылка. Вы зайдете внизу, увидите ссылочку. Там вы увидите шаги, 8 шагов для того, чтобы заказать еду со скидкой через Uber. И смотрите, на почту вам должно прийти вот такое письмо. То есть вам, когда вы зарегистрируетесь и когда вы скачаете приложение, вам на почту придет промокод. Я не знаю, какой будет у вас, но мне пришел вот такой промокод, скидка на 50 реалов. Я, значит, скачал приложение, зашел через это приложение, выбрал ресторан. Ближайший ресторан надо выбрать, ближайший к вашему дому или месту, где вы проживаете. Я в Азизии, например, живу, в городе Мекка, там, например, дом паломников, такой-то, такой-то. Рядом рестораны вышли, через это приложение вышли рядом рестораны, я выбрал, и нужно, смотрите, выбирать время. Сейчас в связи с карантином время ограничено, и поэтому не все рестораны. Я заказываю, нажимаю, выбираю там еду, да, выбираю там заказ, ввел свой адрес, куда он мне должен доставить, там варианты доставки до дома, до квартиры, до двери. Там можно было ввести данные карты, оплатить с картой, или можно было наличкой оплатить. В общем, там несколько вариантов он предлагает. Я, в общем, выбрал, как я сказал, я выбрал блюдо, да, потом подтвердил заказ, включил промокод на 50 реалов, и в конечном итоге мне нужно было просто доплатить 5 реалов. И вот в конце у меня пришло вот такое вот сообщение. Итого 5 реалов мне нужно было доплатить. На 40 реалов заказал 2 чикенбургера. Доставка 15 реалов. Uber взял. Скидка 50 по промокоду. В оконцовке мне нужно было 5 реалов только доплатить, и все. Я все это ввел, естественно, заказал, указал свои данные. Смотрите, заказ мой передан был курьеру, курьер приехал в Макдональдс, забрал мой товар. Вот, смотрите, в 12:45 уже заказ готовится, Макдональдс выполняет заказ, детали заказа, все это на почту приходит, естественно. В 12:50 где-то приехал уже Uber. Вот, пожалуйста, 2 сока апельсиновых, 2 бургера, картофель фри, соусы, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Поэтому пробуйте, промокод я оставил, потом еще один промокод написал. Там, в принципе, промокоды постоянно указываются, разные, и у них, у каждого промокода свой срок, у какого-то промокода срок неделя, у какого-то промокода срок сутки, то есть вы уже там по промокоду можете пользоваться скидками. Баракаллаху фикум, ва джазакум Аллаху хайра.